Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, шаверма, бутерброды, бутерброд с котлетами, с майонезом, с сыром. Шаверма с этим, с колбасой и с котлетами, да? Да, сыр. И сыр. Майонез. Вкусно. Не было у нас котлет, не было. Чего не было? Котлет не было на мукбанге. Конечно. Очень вкусно. Строчку прочитай. Угу, да. Вообще, да? Кошмар. Угу, да. Как это забрать? Угу. Это наше достояние, наша земля. Угу. Как это забрать? Интересно. Угу. Земля русская. Угу. У китайцев китайская земля. Национальные нации разные. Китай это Азия. А Россия это другой континент. Очень вкусно. Все, хлеб вкусный, поэтому. Угу. Да,
Нечто. Все. Подожди, Жака. Третья строчка. Наоборот, должно все дешеветь, оно все дорожает. В 74-й школе я училась. Когда открой. Да, центральный район, да. Дальше. Центральный. Да. Мы были там внизу на полированным этим гранитом обделанным. Видел, да, этими плитами. Блестящими такими. Да. А когда я училась, этого не было вообще. Да. Ничего себе. Китай кто-то убил. Я уже наелся. Да? Ну, доедай лаваш и все. А бутерброд?
Вечером можно будет. Хорошо, хорошо. Съесть. Ты открыл? Кулаку. Лагерь военный. Да, лагерь. Древнеримский. На территории Швейцарии. Угу. Я себе гвозди для обуви. Угу. Там водички уже нету, все выпил. Сейчас это самое. Подогрею принесу. Подогрею сейчас принесу. Угу. Или холодный можешь пить. А? Ну, там чайники нету. Надо. Чайники нету. Подогреть? Да. Подогрей немного. Хорошо. А заварка есть? Все очень вкусно, спасибо. Сейчас чай попью и все, я отдыхать буду. Все. Я наелся. А этот бутерброд вечером съем.
Ой, сытно, очень вкусно. Сытно, вкусно. Ой, все.